И всем привет, друзья, меня зовут Антон, сегодня 8 вечера по киевскому времени, и 29 сентября, я напомню, вышло открытое бета-тестирование Call of Duty World War 2, мультиплеер. И сейчас я предлагаю вам вместе со мной погрузиться в очередной шедевр от компании Activision. Я напомню, все мое детство Call of Duty ассоциировалось не с какими-то супергеройскими фантастическими там сражениями, а с Второй мировой войной. Крошить, мочить, море мяса, танковые сражения, окопы, бомбы, Сталинград. В общем, это все к нам вернулось потом в Call of Duty World at War. Там, где мы сражались, я напомню, за кампанию Соединенных Штатов Америки против Вьетнама. Японии, точнее. И сейчас я вам предлагаю вместе со мной еще раз пройтись, но уже в реинкарнации, это, напомню, Call of Duty World at War 2 Multiplayer, и мы нажимаем Play, идет у нас загрузка, она доступна в Steam, эта игрушка, бета-версия, так что не жлобитесь, заходите, скачивайте, играйте, но, как обычно, в многих последовательных игрушках от Activision Call of Duty, то можно увидеть, видео работает нормально, но тормозит сам звук. Это связано, скорее всего, с системными характеристиками моего компьютера, но тут уже ничего не поделать, заставку пропустить мы тоже не можем. Игрушка идет у меня почти на максимальных, на 40 кадрах в секунду, сейчас у меня в этой заставке 142 кадра в секунду, я выкрутил на максимум, лимит кадров поставил на максимум, вертикальную синхронизацию убрал. Так, он нам предлагает выбрать дивизию. Так, это у нас, я так понял, просто пехота, это у нас Airborne, это воздушно-десантные войска. Это у нас Join Armor, это, я так понял, у нас танки, тяжело вооруженные солдаты. Специальные войска, это снайпер и огнеметчики-выжигатели. Давай мы, наверное, выберем мы за тяжело вооруженные войска. Действительно ли вы хотите выбрать? Да, теперь у нас игрушка переводит к созданию класса. Пока мне это очень напоминает, так сказать, Call of Duty, господи, Battlefield 1. Так, здесь у нас есть пулемет Льюиса и МГ-15, которые, к сожалению, мы пока не можем разблокировать. P08 и Кольт 1911 года. И здесь тоже нужно все разблокировать. И еще раз, тут предлагают, если ты вдруг перепутал, выбрать. Так, здесь у нас лимонка, граната. Да, лимонка, граната. Так, и я хочу, наверное, как-то попробовать зайти в игру. Так, Division Options. Переименовать дивизию. Давай мы переименовывать дивизию не будем. Welcome to Call of Duty World War 2. Learn more. Окей. Окей, окей. Это все у нас обучение, уровни, прохождение. Пропустим. Ага. Тут я могу еще также лицо своего военнослужащего создавать. Будем мы за него. Так, далее у меня будет лесной бальзам. Это мой никнейм в стиме. Эмблема, как и была. Клана у меня нет. Окей, так. Store. Ага, все, вот понял. Social settings. Find match. Public match. И доминирование. Ага, так, тут у нас представлены режимы, то есть это доминирование, удержание знаков, война. Ой, мошпит, я это честно не знаю. И просто дезматч. Давай мы, наверное, возьмем доминирование. И
Наверное, зайдем в игру. Обещают, просто будет все нереально в огне. Кстати, в Call of Duty World War II, в отличие от Battlefield 1, намного проще баллистика всего стрелкового оружия. То есть, если... Ох, нихуя себе! Если, допустим, в Battlefield 1... Если в Battlefield 1 у нас, допустим, есть баллистика, которая очень хорошо сделана, в принципе, под поведение физической модели настоящего стрелкового оружия, то здесь пульки, в принципе, летят почти точно в цель. Итак, первые есть. Первые есть, правда, заработали первого на мне, а не я заработал. Ну ничего, наверное, не надо было. Не надо было брать пулемет. Ну, первый пошел, все. Так, первого я убил. Скипаем. Ага, я понял. Скипаем, скипаем, скипаем. Так, F с помощью F мы выключаем. Итак, что тут у нас? Ай, девочко, сука. Я ебал. И никого я... Нет, и никого, к сожалению, я не убивал. Так, давай еще раз скипнемся. Ага. Ох, нихуя, вы что, черти, охерели, блядь. Да, за пулеметчика, конечно, тяжеловато играть, тяжеловато. Ничего не скажешь. Сегодня только открылся бета-тест. Только открылся бета-тест, поэтому... Я еще не играл ни разу. Но думаю, мне стоит вернуться... Стоит вернуться на базу, потому что чувствую, я могу получить... По защечину... Ай, о, блядь, крутой! Вот видите... То, что я говорил о баллистике. Пули летят тут точно в цель. То есть, ну, представить в жизни пулемет, да? Вот, смотри, да? Оп, хедшот. А, надо было туда бросать гранату. Ну ничего, я раздуплюсь. Это первые минуты, так сказать. Пошел в сраку нашего сражения, поэтому... Поэтому пока так. Также можно подбирать. Ух ты, блядь. Можно подбирать оружие. Иди в сраку. Я ебал. Так, вот мне интересно немножко другое. У меня хелпоинты восстанавливаются, походу, в принципе, да? Ух ты ж, блядь, да? Смотри, я. Так, ну тут, смотри, ну пацаны тут прокачанные, конечно, уже играют. Это сразу видно. Надо немножко графику подубавить. У меня-то, в принципе, стабильных 40 FPS, но... Ах ты ж, уёбок. А ну, лови гранату. Ты ж, бляха. Кудой, блядь? Ага, во-во-во, сзади, сзади, сзади. А, сука! Бля, ну, мне нравится, честно, мне нравится. Пока прикольно. Королевские тигры, укрытие, доты, соты. Вообще шикарная красота. Так, в смысле кип... Блядь, это мой. В смысле кипдаун, не было никого. Давай мы, наверное, возьмем. Попробую с ППШ. Ну, ага. Полтайма. И мы просрали. О, МП-40, да. Боже, как я его помню. Как я его помню с первых серий Call of Duty. МП-40 это просто убийственная тачка была. Просто убивать было, блядь. Это самый кайф было убивать. Ага. Так, половина времени, да? Точка С захвачена. Было прикольно тут.
Знаете, как в сквадах в Battlefield 1, да, допустим, ты командир отряда, ты направил на захват данной точки. Ебать! Сука! Ах, смотри, пидорас! Красиво, красиво. Так, тут нецензурщина будет присутствовать, потому что есть некоторые бомбические моменты. Пошел в анал, сука. Которые я просто, ну, не могу нормально комментировать, потому что иногда может бомбить, а я бомбическая личность. Ну и это класс. Это прорыв. Давно, давно такого не было от Call of Duty. Реально давно. Давай мы поиграем в кемпера, поставимся на сошки. Я не удивлюсь, если меня, конечно, кто-то сзади или сбоку замаслает, но... Думаю, можно будет кого-то встретить. Кукусики. Да, класс. Вот это реально просто мультиплеерная шняга, просто для отрыва, для такого, знаешь, прям уф-уф для классной игры. Они сделали очень круто в плане того, что баллистика просто летит в цель, да? Ничего лишнего. Блять, я хоть успел гранату бросить? Ага, все, они все затем БТРом. Ясно, понятно. Да, блять, ты смотри, откуда, сука, они... Ну, я понял, в принципе, прикол удерживания позиции. Это маленькая карта, на которой происходит тупо крутая заруба. От... О, коцнул, ну... Хоть коцнул, это уже радует. Так, пацаны, там справа, справа. Жалко, я не знаю, как еще, допустим, там базарить в скваде. И надо... Я могу... Класс поменять. О, все, я поменяю класс при следующем респауне. Ну, за снайпера я не знаю, но это, ну, не это никак не кемперская позиция, поэтому... Так, enemies down, да? О, MP41. Пулеметом тяжело, знаешь, вот в Battlefield мне, допустим, реально нравилось мне играть за пулеметчика, там, тяжелое вооружение, но я смотрю, тут просто надо мне либо неплохо раздуплиться, либо здесь немножко пулеметный класс по-своему не катит. Ну, допустим, может быть... Допустим, может быть просто на этой карте. Бля, у него ж красная эта херь появилась. Какого хуя? Ну вот МП-40 с коллиматорным прицелом, это, ребята, это просто как боженька смолвил. Это реально супер класс. Так, там у нас нет никого. Давай, хватаем эту точку. Шуриком по бырику. Отлично. Так, точка С захвачена. Да, надо немножко графику уменьшить. Хочу убрать максимальное сглаживание, потому что иногда проседает. Ну, это тем более у нас бета-версия. Поэтому тут грешить нечего. Ой, боже, это просто охуетительное оружие. Ого. Ку-ку. Ку-ку, мой маленький писюнчик. Ты хотел папу убить. А вот и хуй тебе. Большой и жирный член тебе, сука. Блять, это мой. О, 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 там хуярят, что ебашат. О, хорош. Снайпа, 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 снайпа сработала. Я надеюсь. Помощь в убийстве. Плюс 25. Итого. Ну, в принципе, неплохо. На третьем месте, знаешь, это... Для такого, сука, мать его, начала игры, это неплохо. Он сейчас будет выходить справа. Справа будет выходить стопудово. Бля, если бы я оседлал королевский тигр, это было вообще охеренно. Да, надо графику сбавить, потому что мультиплеерные сражения у нас славятся. Мультиплеерные сражения славятся не графикой, а
как раз говном. Ну, мы просрали. Просрали мы первую катку, нихуя себе. А это лучшие моменты, кстати. Вот это круто сделано, реально круто сделано. Нужно попробовать сделать... Хорош, да. Хорош, чувак, хорош. Нужно сделать режим война. Теперь хочу режим война. Это самое масштабное сражение. Подвинули меня на 4-е место. Вот очень похоже на Battlefield 1. Также показываются сквады, которые выиграли. О, так, мой левел. В смысле, это что, все? Ну и ладно. Так. Всего за матч я заработал 1875 HP. Так, лобби, Soldier. Ага, это наша тима, да? Давай мы выйдем. Find match, public match. И давай выберем войну. Солдат, дивизия. Дивизия Armored, Airborne. Блять! Да что ж, сука, такое? Не получ... Ну, первое впечатление, пока идет сейчас загрузка, заставка. Игра класс. Реально игрушка класс. Сейчас надо зайти мне немножко сбавить еще настроечки. Немного. Иногда в самых ненужных моментах подтормаживает. Сейчас я выберу класс. Я, блять, выбрал арморы, да? Давай поиграем за... Вот так вот. И мы опять начинаем за... Войска вермахта. Карты, честно, не знаю. Первый раз играю вместе с вами, дорогие зрители, поэтому... Ну, блядь, как-то будем пробираться. Итак, в режиме... Тю, блядь. В режиме война... Ну, 22-го левела, нихуя. В режиме война нужно захватывать точки и затем строить мосты для того, чтобы твой танк перешел потом... Ого, 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 ого. Все. Все, парни, все, 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 я понял, все, хорошо. Так, мы проебываем командный пост, да? Давай попробуем обойти здесь. Ага, понял. Так, сеттинг графика. Адванс. Монитор. Та-та-та-та-та-та. Сглаживание мы. Пускай будет FAAA. Да. Да. Two minutes until our reinforcements get here. О. Сейчас немножко попроще. Так, надо защищать, потому что мы... Блять, ёб твою, сука. Откуда ты... Оттуда хуярил, да? Никого. Я не представляю, как вообще в эту игру можно... Блять. Как в эту игру можно играть на их... Блядь, писта... Вот это тут, конечно, чудаки гасят. Сука, я на последнем месте. Так. Надо... Что-то решать. Ага, fallback. Вернитесь к мосту. Так, значит, первую точку мы просрали. Первую точку мы благополучно проебли, можно сказать. Да я свой, придурок, куда ты гасишь? Ух ты, тут еще аирдроп есть, да? Так, а ну вылазь, я тебя видел. Вылазь, вылазь. Ух, нихуяшечки тебе. Ага, снайпа, я понял. Ясно, понятно, по йогурту и спать. Так, это что у нас? Ага. Парни. А я с огнеметом. Ну, огнемет мне надо. Сука, а там снайпер сидит. Блять, твою мать, что делать? Пацаки на моциках. Шо робить? Вот сейчас. Ага, снайпер. Видишь, ага, вот, кстати, на вот таких вот картах тут.
снайпа именно решает. Я понял. Ку-ку. А, тут у нас женщина. Релодим. Так, хорошо, перезарядка. Да, блядь. Так а шо мне ассист, ёперный балет, а? Сука. Сука, это хороший местяк на самом. Какой, сука, building a bridge, блядь. Какой, сука, building a bridge. Я тебе, блядь, сделаю building a bridge. Сосай песос. Ну, ну! Блядь, я никого не ёбнул, ты прикинь. Не-не-не. Так, хочу я... Хочу я... А давай за снайпу поиграем. Давай за горных егерей сыграем. При следующей перезагрузке у нас появится. Гори в аду, чердак! Хэдшот, хорош, хорош! Хорош лесной бо... Ты ж, блядь, да? Смотри. Сука. 21 хп. The bridge is being built. Лови гранату. Понятно, никого не ёбнул. Сука, а мост-то они строят? Пидорасики. И тут проёбываем. Да что ж такое, а? Сука, и гранат нихуя нет. Ага, угу. Все, я понял. Окей, спасибо. Ну да, тут... Тут именно... Пацаки на моциках жесткие, блядь. Так, это хорошо. Что enemy is building a bridge. Блять, ну и мне не... Я не хочу сюда, реально не хочу. Бля, 51%, да сука, да как так, ну не... Да блять! Ого, нет, за снайпу надо как-то приловчиться. Последний шанс! Сука, последний шанс. Блять, построили мост. Первый рубеж мы просрали. Да что ж такое, вторая катка профёр, а? Подожди, или мы защитили? Блять, 5 убийств, 1 защита. Так, хорошо.